Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи Михаила Танича. Композиция называется «Зеркало», музыка Юрия Антонова, исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Любимые песни ожившей поэзии». Видео из интернета Александр Иногда о любви забываю, но про все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю, даже если живу без тебя. Гляжу с тебя, как зеркало, да, головокружение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долго. Давай видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Да не дали мне слышится снится голос твой, долети, доплыви. Ведь любовью ничто не сравнится, даже звезды не выше любви. Гляжу с тебя, как зеркало, да, головокружение, и вижу в нем любовь. В зеркальном отражении любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении любовь бывает долгою, а жизнь длиннее. И когда я с тобою прощаюсь и ладонь твою глажу, любя, ты не верь, это я возвращаюсь, я иду от тебя до тебя, гляжу с тебя, как зеркало. Да, головокружение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. В зеркальном отражении любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Зеркало».